вместе уверовали в Казахстане, они уехали в Украину с семьей. Вот, и он нас нашел, мы переписывались с ним. И что я хочу сказать вот по проповеди, что действительно мир, радость, нам важно находиться в этом всегда. И чем сложнее ситуация, тем важнее нам сохранять этот мир и покой. И тоже у меня произошло такое осознание того, что насколько чудесно, что мы живы, что мы в Болгарии. И вот реально я учусь сейчас наслаждаться. Вот сейчас, знаете, со двора такой запах свежего воздуха зашел. Вот градина-то идёт, такой свежий аромат. Я его ощущаю, воздух. Говорю, Господи, спасибо. Я сгул, что мне казвам, благодаря тебе, Господи. Вот раньше этого не было. А снямах тва нечто. И, может быть, действительно Бог хочет обратить наше внимание, чтобы мы и Господь иска сега да не уборни внимание, то были благодарны за все, что Он нам дает. Вот хоть вада сме благодарны за всичко, кое то Той не дава. Я немножко опишу. Он говорит, что он полюбил очень Украину. Украина стала его второй родиной. Той много любил Украину, это ему вторая родина. И он пишет, да, конечно, раньше было много забот и суеты. И той пишет, что да, при людей было имало много суета и грижи. Дети, бизнес. Деца, бизнес. А сейчас мы живем настоящим. Как всегда живем в настоящем. Конечно, работаем. Работаем. Но ни к чему не привязаны. Обаче не сме привързани към нищо. Появилось больше времени. Появили си повече време. Стали ценить друг друга. Започнахме да се ценим един друг. Спокойно реагируем на воздушные тревоги и взрывы. Спокойно реагираме на въздушните тревоги и взривове. И вот сейчас послушайте. И сега слушайте. Сейчас мы намного более счастливы, чем раньше. Сега сме много повече счастливы, отколкото преди. Это сложно понять. Сложно е да го разберете. Когда одновременно ты переживаешь весь ужас и трагедию происходящего, когда одновременно переживаешь трагедию на всичко, което се случва, в тот же момент находишься в абсолютном покое, в същия момент ты се намираешь в абсолютен покой и наблюдаешь, как прекрасна жизнь. И наблюдаешь, колко е прекрасен живота. И знаете, я думаю, Бог нас хочет немножко приостановить во всей нашей спешке, суете, да не спре во всялата ни суета, чтобы мы действительно были в Его покое, наистина да се намираме в Неговия покой, находили Его радость, да намираме Неговата радост, и были счастливы, и да будем счастливы, потому что я точно знаю, что дьявол ненавидит, когда мы счастливы. Защото аз знам, че дьявола мрази, когато сме счастливы. А вы видели людей, которых раздражает, когда другие счастливы? Видели ли сте хората, които са дразнят, когато другите са счастливы. У нас молодежка, когда проходит, тут когато минава младежка, такой хохот, что весь дом трясется от их хохота. Такъв смях, че къщата се тресе. Вот, я как-то смотрю, а сосед наш злой такой. Я следнаш гледам, соседа не зол, такъв минава гледа. Я оживаю, когда идет смех, я оживаю. Аз когато чувам смеха, се оживявам. И мы стали активно молиться за наших соседей. И започнахме активно да се молим за нашите соседи. И я, знаете, хочу, чтобы мы все, несмотря на обстоятельства, всегда оставались счастливыми. Я искам, вопреки всички ти обстоятельства, ние винаги да оставаме счастливи. Радовались. Да се радваме. И радовались счастью других. И да се радваме на счастьюто на других. Да, пусть Бог нас дает нам такую любовь. Дава такава любовь. К Нему и к другим людям. Към Него и към другите хора. Потому что без Бога это невозможно. Защото без Бог това не е възможно. Аминь. Аминь. Еще кто-то хочет? Някой искали да каже нещо?